Эрдру. Нет, не Эрдру, а Твинси и Хаймдел. Сумраки, Владжданан, Кения и Друль. Мид ЗБС поняли, хилы. ДЦ их пал. А, ну давайте так, тогда Реал. Я просто хотел ДЦ в Сумрак. Ладно, пусть там Друль потеет. Давайте так, Твинси и Кения свет, два Шама, Эрдру, Сумрак. ДЦ просто во тьму логичнее, поэтому... Там же пелена Сумрака это. И тут действительно тебе нечего делать. Давай-ка ты все-таки пойдешь в Сумрак ДЦ. Я тебя для этого как бы и брал. Ты же Слока писал мне, да? Вот и щитуй тогда Сумрак. Что, вы в три танка идете? Нет. Так. Элинар в свет поставь. ДК, ты умеешь Сумрак танчить, Элинар? Она только свет танчила вчера. Только свет. Войт, а давай ты Сумрак потанчишь, я в ретик успехнусь. Да мне пофиг вообще. Давай тогда танчишь Сумрак. У тебя ШВ есть. А я спекаюсь. Я бы хотел, чтобы ты танчил свет. Да? Да, спекайся. Ну видишь, танк, у нас ДК не... А в ДК пускай в ДД спекается. Ты Сумрак хочешь потанчить? Да. Нет, давай сейчас... так, ДК нет, есть сейчас... ДД спек у тебя? Кое-что, есть, у тебя? Кое-что попрошу сделать. Ты смотри, сейчас мирку на себя дам. Так, все ждем, пока ДК спекнется. Ты лимон смотри. Смотрите, погоди, сейчас по рейду расскажу еще. Значит, по тактике все знают, да? Вторая фаза, танк заходит, потом заходит, когда танк скажет хилы и все остальные. На третьей фазе, когда появляется портал у вас за спиной, клацаем по нему только если на вас нет метки. Ждем каста метки, метку выносим от портала, и 3-4 группа клацаете в пол. Тут остается Твинси и Хаймдел, как я уже сказал, Лачдан, Кения и Эрдру в Сумраке. Вот, по диспелу. ДЦ, диспелишь Сумрак. Окей. ДЦ диспелит Сумрак, Реал диспелит... Так, Хаймдел подиспелишь? Хаймдел, Реал подиспелишь? Он не в диссе, скорее всего, спроси его в рейд-чат. Слышит. Все, Шаман, ты выходишь по команде, слушай чего. Все буду анонсировать. Сдаю каски. По СС. Так. Зидум, повесь СС на Чулана, Силу, повесь СС на Орхидею, Клинит, повесь СС на Мид Зе Бест. Клинит, но повесь СС, когда зайдешь на... Ну, на второй фазе зайдем. Сумраки дадим Геру. А танков не надо, танки должны выжить. Чего? Говорю, что заметки возле Халиона? Не для тебя. Ну, это какие-то специальные... Ясли Войда. Иди сюда, звездочку. Мне надо, чтобы ты спулил с этой стороны, а я забрал тебя, поставил ровно в центр, брат, с той стороны. Понял, да? Ты начинаешь, я ставлю ровно его. Давайте. Продолжаем. Так, давайте, чек на пул. Кто готов, чуть-чуть подходит за линию к человеку на желтом тигре по имени Мастер Олх. Ближе, еще ближе, потому что не зайдете. Фортрик. Туда вот, за коричневую линию. Заходите, сила, заходи, Света. Все готовы? Стоим тут. Пуляем халю. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Все, встаем. Забери, алло. Все равно на мне. Что за борода, сейчас дыхание. На пул в тебя. Выносим за спину. А, по меткам, смотрите. Метки выносим за спину, в рейде не диспелим. Видите, как хант вынес, профессионально. Метеорит, перебегаем. Понял. Стюар, да, в метеоре не стоим, сейчас лужа появится. Сейчас кину метку. ДК, отойди от фрейма. Босса, тачи встань. Да, милики в квадрате, потому что метеор он не отрезал. Метку сейчас за спину кидаю. За спину выходи, за спину босс. Спельте у стенки. Все, доходит. По пути не надо, может либо откинуть, либо потянуть.
Готовимся, метеорит. Метеорит, бежали на другую сторону. Бежим за спину квадратик, смотрим, куда текут. Лужи умираем, куда там сместиться. В рейд пошел. Выдвигайтесь, куда только не под морду. Манюал, метку вынеси. Да вынеси, блин. Так, 3% переходочку. Сейчас вводит сумрак и говорит какие-нибудь слова, потом... Отлично, вторая фаза. Ходить со стороны квадратика, чтобы встать слева от босса сразу. Видите, где квадратик, где я. Заходим. Заходим только... Ой, а чё я-то зашёл? Вот я дно. Ладно, встаём в квадрат. Тогда первый портал выйду, на третий. Геру даём. Винси метка. Винси, где Твинси? Там. Ну, диспель себе. О. И хил зашёл. Вообще, ну, отлично. Правильно сделал. А что там делать? Сдохло бы. Две секунды. Так, элемент потом подымем. Ставим в квадратике. Значит, побежали все. Пожирание выносит. Так, когда выйдем в реал, орхидея поднимешь элемента. Поднимешь и вина. Завис. Ну, завис так завис. Это не Гера, здесь 2-3 ДД потерял. Фертрик, метка. Здравствуйте, живем. Дум сорвало. Все, можно ложиться. Ребята, у меня нет этого аддона, чтобы, скажи мне, агро отслеживать. Пожалуйста, говорите, я буду давать раскол там. Слушай, Дум, слушай, там, ну, понятно, что Оман делал такое. Там есть стандартная, это самое, варкрафтовское. У тебя портрет босса становится сначала оранжевым, потом красным. Да не своим ноутом, где-то у меня просто ноутбук. Там стандартный, это стандартный вовский интерфейс, поэтому поставь все настройках и все. Встаем, бежим. Показывай, все в принципе нормально. Угрозы. Да, все в принципе нормально. Ну, сорвали огромно, бывает. Или в Explorer. Ой, ты сорвал, ты поесть или у тебя просто сорвали огромно? Нет, Вовка вылетела. Понял. Вот повис. Так, а как умер? Как умер ДК и элемент? Скажите мне, пожалуйста, элемент и ДК, как вы отъехали? Ты из-за того, что Войт не успел плюнуть или что? Где показывать, выбрать уровень агро? Покажите, расскажите. Интерфейс. Сдох от Лимбик зашел. Не повезло ему. Интерфейс, бой. Сейчас, я там, блядь, найду. Так, все здесь элемент, где вылетел, что ли? Так, о, графика, предупреждение об угрозе. Да. Галочка. Предупреждение об угрозе, точно. Так, едим рыбу. Чекаем, что, элемент у нас вылетел, да? Его убили алики, нам ходим. А, ну ждем туда. О, бурштыша закатится, нормально. Ой, да у тебя клиент сам кританул или чё? Угу. Ни хрена себе. Всё, в принципе, стали нормально. И убили бы сейчас, я думаю. Посмотрите по поводу второй фазы, когда мы заходим в сумрак. Я вот на себя метку поставил квадратик. Вы весь рейд? Нет, хотя я не буду заходить в сумрак. Кто сможет сумрак поводить из мириков? Вот Шейпер, Мастерол, кто хочет. На кого метку дать? Мастеролу ассиста дали и все. Давай, Мастеролу. Ты дам ассиста, я тебе дам метку. Смотри, сумрак. Я себя звезду кинул. Поскольку, да, вот. Звезда не слетает, да. Звезду просто плохо видно, на самом деле. Лучше видно синенькую метку. Да, на меня по-любому слетит, если будет это. Я буду каждый раз обновлять ее. Короче, смотрите. Вар у вас будет, да, вар у вас будет ассистом. То есть... Вар сдвинулся в сумраке, и вы все побежали. То есть, где Вар стоит, там весь рейд стоит. Да, мы с тобой все то остаемся, Твинси. Каску интеллект, пожалуйста, по всем. Вар, мамонт,
чинитесь. Сдаю каски. Все здесь. Будут тяжелые настройки, но мне похуй. Да, Дмитрий, буду... Шреддер. Шреддер, ты слышишь меня? Оставь плюсик, пожалуйста. Шреддер, смотри, как зайдете в сумраки. Дойдете в сумрак, отстанете там в этого в мастерола. А, дай сальву за думу, хорошо? Да не надо там сальву, он бы не сорвал, пусть, если бы не были. Пусть даст. Все, чек на пул, кто готов. Че, вот не опять пульнуть? Да. Заходим за линию. Нашли за линию, стали все потратить. А, кулак ханту, Шреддер. Кулак по хантам. Опа. Мост. Чем же вы так... Ретаун. Убирай, Войт, ну. Хорош. Стоим в квадрате. Все ваши скиллы отсюда прекрасно достают. Вы уже... ДК, стань назад, нахуй. Я назад отойди. ДК, едь назад. Моса, подход. Метеор. Вот, видишь, ДК, ты сейчас отошел и всех отрезал. Точнее, отрезал тем, что... Элемент погиб из-за тебя, фортрик погиб из-за тебя. Я думаю, это ГП. Минус Тач, да. Ну, имеет ли смысл 3 вейра? Что-то я не понял с меткой сейчас. Что ты не понял? ДК там стоял, дебил. Сори, ДК стоял во фрейме. Я думаю, да, не стоит тратить вейра. ДК, ты понял ошибку свою? Отъехал. Больше нельзя стоять там, метка специально стоит на мастер-роли для того, чтобы там стояли милики и все остальные. Тебе... Еще раз такое будет, эта сотка будет прям без, вообще без вариантов. Просто тупо тратит 3 БР из-за ошибки одного человека. Баждан, ты тут? Да. А ты чего в огне стоишь? Я не в огне стою, я выбежал, а после этого через два этих не успел быстрее на себя одну дал, через один перебежал огонь, под, ну, под жопой уже, стан не получил нормально, а под вторым огнем... Нет, не на мне. Ты беги по центру, под боссом, вместе с рейдом. Я не понимаю, где ты... А, там, там центр звезды был, я не мог через центр перебежать, я огибал две полоски огня. Через почему? Первую нормально перебежал, но быстрее, и через вторую не успел. Почему ты не мог перебежать через центр босса, как весь рейд? Меня отрезали там. Кто отрезал? Потому что я диспелил, Мосу сдвигался. Диспель раньше. Если ты видишь, что твой диспел не достает до людей, которых может отбросить, сразу диспелишь. И так, чтобы рейд не попал. Моса побежал относить метку в хвост, в самый. Рыбу поставили. Побежал, короче, побежал. Вынес и выйдет, вот, в чем проблема. Ждан, смотри, не надо ждать никого стоять. Ты должен перебегать. Сдиспелил? Побежал, не добежал до хвоста. Под боссом он стоит, сдиспель. И перебегай. Потому что, ну, в метеоре ты стоишь. В луже, в метеоре. Ну, мне нельзя стоять. Я не в метеоре стоял. Я умер, смотри как. Я метеор нормально не поймал. И после этого два... Фактически мне нужно было перебежать, чтобы к вам перебежать две волны нужно. Короче, я давайте бафы. Я через перебежал нормально, а через вторую все, не перебежал. Все, я понял. Это каждый может рассказать, что и почему у него не получилось. Давайте не тратить время на разговоры, раздаю какие. Чекаем бафы, гуляем. 7 секунд. 7 секунд чего? Да просто. Ну, скоро пипоки закончились. На пул, если что, там наменяет или даешь. Зашли все в квадрат. Стоим в квадратике на первой фазе. И на второй фазе тоже внутри, и на третьей квадратике бегайте. Чек на пул. На бафы. Все готовы? Третий, зайди. Ничего страшного, он потом побурстите. Мы его переводим. На ДПС хватает. И Тью, кулак ханту дай. Все. Мастерол готов. И Тью да. Готов. Замечательно. Я пуляю. В квадратике стоит. Метка. Спел. Метеор побежали.
Тише, тише. Флудите. Сладждан клинит силу, Эвинар. Вы все получили урон от метеора. Быстрее надо шевелиться, они докастовывают, потому что. Поэтому урон. Ну, варбальчика это не смертельно, но хами это же. Эмит пол хп. Винар, выноси мет. Стенки. Хэми это ваншот. СП. Правильно, стеночки. Там 80 тысяч урона. Клинит лог, который впереди стоит, отойди назад. Видим босса. Смотрим, куда падает. Падает на нас, бежим. Жали дракона, разворачиваем, смотрим, куда лучше. В лужу не стоим. Любовь вы. Приводим босс. Так, ставлю на себя трус. Ходить удобнее со стороны труса, чтобы оказаться с левой стороны дракона, а не под вот с этой. Войд заходит. Зашли. Тыкаем. Сразу нужно бежим в трус. Винси, зайди тут. Мангел, выноси. Геру даем. Лезвие сейчас будет кастовать. Вон шарик полетел. Крусики, квадрат. За квадратом пошли. Трусы квадрат, то в трусах квадрат, тот живой. Решил все-таки с вами зайти мульти в миссию. И в трусы вернись. Лезвие кончается, нужно сделать пару шагов направо. Рейд. Смотрите, я первый сначала выйду в реал. Потом вы выйдете. Чуван, вон. Лезвие. За квадратом пошли. Поняли, да, как примерно там трусики квадрат. То есть это ориентир, как эти мирики там. Вот, если будет так бегать, никогда не умрет. Метки выносите к стенке, входите, отъехал, выноси. Отъехал, беги к луже. Отъехал. Выноси метку, скорее, не стой в рейде, уходи быстрее, прошу тебя. Так, как ДК вынес, выносить неправильно. С блокадратом все. Фаза 3, ждите, пока я выйду. После лезвия, Твинси. Ходи в портал, Твин. И хильте меня. Ох, меточка. Свет, вышли. Третья, четвертая пати вышли в свет. Третья, четвертая группа. Снимайте на портал. И выходи. Прямо в лужу вышла. Да. Так, есть Орхидея, поднимите. Ничего страшного. Поднимите хули пауэр. Побежали за квадратом. Орхидея, мет. Выноси, Орхидея. Не стой в рейде. Орхидея, выноси, пожалуйста, к стенке. Диспелься. Все, резнули. Твинси, даю каску. Тише, тише, на пульт. Реали на пульт. Дедум, не бей. Реали есть. Хант, хант на пульт. Раз, вот тебе будет немножко плохо. Вверх перебежали. Тьма стоп. Тьма стоп, да. Убрали руки от клава. Хильте, хильте меня хорошо. Все, бейте. Бейте, убери. Все, успокоились, выносим мед. Фильм танков сильно. Лужа не стоит. Задум, что там, лол хп. Плохо. Так, в реале кто? Мост, да? Мост, Берни, мульт. Залейте хаймделу, маны хаймделу дайте. Сила, ты что во тьме делаешь? Тебе в свету надо. Пойда прохил. Я не знаю, куда выходить, я вроде вышла. Портал нажми. Я сейчас отъеду, если не дать. Она в свету. Овер хильте меня. Кто там в реале у нас? Иршам. Давайте хильте как следует. Капельку можешь отдать под БЗ. У меня еще 20 секунд. 25. Орхидея выноси. Орхидея метка, не история. Кто там? Отъехал, умер в лезвие. За квадратом.
Выбежу. Тевор, убежать. Так, мне, если что, прожмусь. Сейчас отдам, пожалуй, ее. Бьем босса. Лужа, осторожно. 60 на 40. Все хорошо. Обе реальность бьем, метка. Клинит раскол. Или дай по нему сальву шрек. Ой, хорошо, да? Танков, пан. Что такое? Что такое? Танков. Пал там. БР нету? Все уж попадались. Ложимся. Танк убил в сумраке. Что там будет, не захилите или что? Встаем, летим. Неужели паре хаст? И тупо не захил. Да нет, это тупо скорее. Я не вижу у тебя там, что в сумраке было, короче, детали смерти. Смотри. Да 32 тысячи. Это самое. То у меня Эрдру, Ладждан и ДЦшник, да? Да. Эршам, Эрдру, ДЦ. ДЦшник. Это тень и я. Когда 70% в тьме, кидай на меня зубы. И когда 60-70, хильте меня лучше. Потому что 60-70 в тьме у меня больше проблем будет. Шреддер, если будет проседает еще, слышишь, Шреддер? Нет, Стоп, подождите, стоп, вы сейчас неправильно по хилам сказали. А, вообще-то у нас два шамана во тьме. Вы распределили? Да? Нет, Хаймдал святу. Нет. Эх, Твинси, Хаймдал святу. Лачданан, Тенья, Мип, Сумраки. Тоже неправильно сказал по процентам. Когда в тьме 30-40, когда 40, когда 30 зубы кидай на меня. Когда 40 сильнее хильте. А в свету сильнее хильте, когда 60-70 лимона, потому что босс начинает сильнее бить. Материально с каждой бой. Да вообще в свете... В свету сейчас кто хилер? Свету? Вот я сейчас спрашиваю, в свету Шаман. Сейчас кто был? В свету, смотрите, по хилам, пятая группа. В свету Холли, хилер Пал и Аршам. Твинси и Хаймдел. В свету должны хилить. Все остальные хилят сумрак. То есть на третьей фазе выходит в свет третья группа, четвертая группа и... Два, ну, а остальные хилы не заходят. И из пятой группы выходит в реал только Хаймдел. Понял, шаман? Каски раздай, пока там... Все остальные остаются в сумраке, Твинси не заходят. Я сейчас не буду заходить в сумрак, крутитесь сами. Каски раздай. Я вообще не захожу. Надо заходить. Да вы не должны заходить, вы. Протопал и Холлипал не должны заходить. Почему? И с заходами не получается. Так, ПСС, Нундрулей, раскиньте Локи. Задум Чулану, Силу Орхидея, Клинит. Может, если Сумраки умрет, все равно он в реале появится. Раскидайте. Каски не вижу. Сейчас раздам. Шейпер, лучше собери 4 эти 4, я тебе серьезно говорю. Все, на всех есть. Давайте чек на пул. Соберитесь. Рыбу не поймать. Силу готово. Сейчас поем пульну. Все, чувствую, это победный трай. Есть у меня такое ощущение. Я уже чувствую чешку себя. Можно перед пулом? Самый последний вопрос. А кто диспелит во тьме? Во тьме диспелит. Во тьме все нормально диспелит. Все хорошо. Заходим. А им квадратики. У вас есть мастерол квадратик. Ориентируйтесь по ним. В дальнейшем меток не будет вообще. Перебежали. Вор. Ой. Вот он куда лужа льется. Лужа не вреет, отлично. Вот Шейпер, отойди оттуда, встань в квадрат. Не, нормально. Вот, видишь, я на себя поставил трусы, вот, нормальное расстояние.
У меня и тут достается. Чем дальше, тем лучше. Там у нас лужа. У нас лужа, если ты не стоишь, будет там не стоять. Там 8 метров всего диаметр. Поэтому будет так. Самым краешком. Метеор, побежали. Да, побежали. Все живы, силу. У тебя портал есть, ты вообще лох, ты должна летать туда-сюда, мусор. Мосса, кот, хватит там драть ему по это самое что. Эйца. Переводим. В реале остаюсь я, их. Сейчас свой заходит. Сейчас свой заходит. Считаем. Раз, два, три, четыре. Заходите. Вставайте с левой стороны от дракона, пока ШВ быстрее. Три секунды у вас. Ханты напуливайте, сумраки. И стоите в квадрате. Мастеров ты контролируешь по лезвию. Клинит метка. Он тебя не достанет, куда ты бежишь? Под мордой, да, нормально. Побежали за квадратом. Нет, калач данан. Посмотрите, у кого он есть, кто по агро. После войда киньтеса. Там лок, вар. Я расколдовал. Войд, ты скажи, если что. Кому сарь дать. А вы Геру не дали? Давайте Геру сундуки, конечно. Она не нужна будет в реале. Несите до стеночки, кладите в нахлёст. Рядом с уже существующей. Хайндел, неправильно. Ля-ля-ля-ля-ля. Выйдем в реал. Орхидея, Берниш, Хайндела. Да, прохил. И тут ты останешься как раз. Чё по проценту? 54. Нет. Если ты встанешь, по-моему, ты встанешь в сумрак. Или нет? Нет, свету. А, хорошо. Я тебе скажу, куда встать. Мосса, метка. Выходим, третий. Да, неплохо, Твинси. Вышли, кто второе? Метеор у вас. Три пати вышли. 100 тьма или нет? Да, да. Прикольно. Тьма, стоп. Каплю на войда. Орхидея, выйди. Зидум, выйди. Силу, выйдите в свет. Встань. Выйдите в свет. Третий, четвертый. МДЛ встал. Дайте иннер. Мультимет. Бьем тьма. И все бейте, обе реально. Танка хорошенько хильте. Я уже отдал сакру. С одной стороны у босса в реале. Тьма тормозите. Тьма, стоп. Убрали лук, я так понял. Бьем. Метеор, уйди. Твинси, уйди. Пилите хорошенько. Ту фласку на арму. Шаману. Тьма, стоп. Стоп, а это ШП любовка? ШП. Почему да. Бьем там. Если там прикосновение вкачано, она еще под... Мах тому же. А там мага нет. Ну пусть будет в этом. Ладно, ТПС. Метка. Мультик. Метеор убежит. Мультик, не подходили. Тучкани. Иди, шипы. Руки от клава. Иди, шипы в свет. Лимона захиливайте. С любовкой, иди в свет. Тьма не бей. Тьма, стоп. Тьма, стопаните, тьма, стоп, 70%. Бьем. Ты что, в хвосте не мог забежать, сейчас дыхание будет? Теперь. Дим, на ХП дай, мультик. Угу, божественный гимн, отлично, сейчас не тут. Доберешься две минуты, пока справляемся. Тени метка, тени и я. Метеор, бегаем. Видишь, уже в реале сами делают, ничего говорить. Идите сильнее, босса, убейте уже.
отстреливайтесь от них. Ой-ой-ой. Розы дум. Захиливайте быстрее всех РДД, ШП, сал... Думбра. 10 шаманов в свету. Кила. Топните тьма. Топ, Дум, подойди поближе. Бьем, бьем, тьма бьем. Бьет обере. Бейте, бейте сильно. Дим тер. Ау. Со мной отлично. Право, прохил Вайда. Вайда прохил. Лужа, лужа. Не стойте в луже, алло. Отходи, отходите, под морду не заходите. Кто бежит? А, хоп. Тьма, стоп. Тьма тормозит. Говорю, не, на ману, спой, близок. Мы бьем. Бьем. Брустим. Хлеб он больно бьет, а? Ну, конечно. Блин, у тебя девка есть? Да, мне есть еще жучок. Дайте ману шаману. Так уйди оттуда. Так, спокойно. Ну, вот давай, девка. Метеор. Рука, дам. Еще. Добиваем. Добиваем дракона. Метка орхидея выносить. Последние метки самые важные. Все, ящерка на. Хочется сказать, что все молодцы, но это не лут. Никто не угадал, лут кожа говно. Кожаные наручи, кольцо на хила, ставки на хан. Так, погнали роллить. Ханты. Кольчуга. О, Этью повезло, да? А, кстати, он очень хотел эти сапожки. Горыч, ГЦ. Ну, если на, ты смотришь. Начистить тогда. Первый покрыть. Все, больше никто не ролит тапки. Отдаю. Ну, тут сапогов нету, только он. Все, ГП, тапки. Так, хило кольцо. Ролим. Че, полторы ЗРС дают? Скорость, МП5. Да. Так, тени, Мип The Best, Твинси, Хаймдел. Тени вы, дают тени, как и говорилось. Чат выиграл, чат получает ГЦ с колечком и поруч. РСК, поскольку тут предписывающий шмот, дается много ЕП, и поскольку это инст для того, чтобы вы нас носили нормально. Рогов нет, а кто может роллить? А, могут роллить терпалы, могут роллить... А, то есть, вары! Коты, вары, да. А, геморрел, оба. Шредер, Мосса, Кот, 80-95, Мастер Ролл, 98. Варом же они тоже канают, да? Ловко. Да, но в писе, блин.